Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Челоха, где он рассказал о том, как убивал сослуживцев на погранзаставе Аркан-Кирген. 28 мая 2012 года совершил убийство 15 человек. За все время нахождения на пограничном посту меня унижали, не ставили ни во что, оскорбляли слишком часто. По словам Челоха, пограничники его часто оскорбляли и унижали. Один из конфликтов произошел 28 мая во время передачи наряда. На брифинге также показали видео и фотографии, которые сделал сам Владислав, когда скрывался в горах. Как сообщил главный военный прокурор Ергалиев Мирзадинов, геномная экспертиза установила личности 11 погибших. Работы по идентификации трех оставшихся тел продолжаются. Не исключено, что к этой работе привлекут зарубежных экспертов. Он также проинформировал, что по результатам расследования КНБ по этому факту от занимаемых должностей освобождены руководство регионального управления ШИГИС Сушаральского пограничного отряда и пограничные комендатуры ДОСТЫК, а также подал в отставку зампредседателя КНБ, директор пограничной службы генерал-майор Нуржан Мырзалиев. Следствием официально отрабатывалась основная версия – это возможность совершения преступления из-за внутренних конфликтов. В принципе, сегодняшние показания человека где-то и подтверждают, что это внутренние дела, что там послужило, это еще вопрос, конечно. Но вместе с тем, как я в своем выступлении говорил, что естественно возникает вопрос, мог ли он один это совершить. И это и следствие беспокоит, мы над этим работаем. Но на сегодняшний день, вот за эти сколько, 12 дней, которые мы расследуем, следствием никаких абсолютно других фактов, других обстоятельств, которые могли бы нам позволить сделать вывод, что это все произошло в результате каких-то других действий, нету.